Как только на морском побережье появляется первый лед, за уловом на море тянется и огромное количество рыбаков-любителей. В Славянке сезон ловли корюшки уже открыли. С самого раннего утра в любую погоду рыбаки с азартом бурят лунки и терпеливо ждут первого улова. О безопасности на льду в этот момент почти никто не думает. Специалисты напоминают, что выходить на лед можно, если его толщина составляет около 7 сантиметров. Тогда он выдерживает достаточное количество людей. Рыбалка – это активный и полезный вид зимнего отдыха, но при этом нельзя забывать о мерах безопасности. Спасатели призывают рыбаков-любителей не подвергать свою жизнь опасности.